читает стихи. Рябина Оля, 8 лет. Татьяна Курченко, про ужан. Как-то по лесу без дел шла я молча, не спеша. Вдруг в траве зашелестело. Я увидела ужа. Среди лишайников душистых уж мне путь переползал. Зашипел, еле слышал, но рассерженно сказал: не найдешь покоя в чаще от назойливых людей. С каждым днем все чаще, чаще жди непрошенных гостей. Так в недобрый час глядишь под башмак и угодишь. Я ответила ужу: уж я под ноги гляжу, и тебя я не обижу. Я зверушек всех люблю, я тебя отлично вижу, на тебя не наступлю. Ты прости уж, если все же нарушает твой покой. Уползай, раз так встревожен.